произведение о самом важном – о маме, детстве и родине. На сцене культурно-досугового центра «Заречье» состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Одна у человека мама и родина одна». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и посвящен творчеству выдающегося деятеля культуры и народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Главная тема нашего проекта – это «Родина». О любви к родине, как бы воспитание в подрастающем поколении, вот это чувство любви к родине, какой-то такой ответственности, какого-то правильного отношения к этой теме. В концертной программе прозвучали популярные музыкальные произведения советских и российских композиторов, а также песни из кинофильмов. Спектакль создал заслуженный артист России Сергей Маховиков вместе с юными артистами со всего округа. Это соединение детского творчества, детского восприятия мира с абсолютно ясным, продуманным, концептуальным таким полетом души и темы, в которой жил и работал Кобзон Иосиф Давидович. И вот когда дети окунаются вот в этот репертуар, поют его, пытаются его осознать. При этом при всем у нас звучит и Есенин, и Блок, рождественский. Песни потрясающие, я считаю. Любая из них, на мой взгляд, шедевр. Вот. И мы так выстроили ряд песен, что это получилось не просто концерт, а концерт-спектакль. Волнение выступающих можно было понять, ведь представлять произведение из репертуара знаменитого артиста Иосифа Кобзона – большая ответственность. Но у исполнителей все получилось. Музыкальный спектакль никого не оставил равнодушным. Это программа, где каждая словесная и музыкальная фраза проникнута смыслом, вызывающим к качеству человека как человеческим качеством, так и гражданским. Так, программу, где не нужно лишних слов. Всего в рамках проекта было представлено 4 спектакля, которые прошли на разных площадках Одинцовского округа. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».